О том, что состояние автодорог в Славянке в плачевном состоянии и требует ремонта, пожалуй, и говорить не стоит. Проехать до пункта назначения и не заехать колесом в яму вряд ли у кого-то получится. Тем временем в администрации заверяют, совсем скоро начнется ямочный ремонт. Деньги выделили, конкурс объявили. Сегодня у нас есть такая большая проблематика, как дороги в Славянке. Ну, это заметно, это не только Славянки, это Краскино, это Зарубино, это Барабаш, где асфальтобетонное покрытие. Во время дождя очень много ям. В середине лета, когда позволяла погода, дорожники устранили ямы на дороге, ведущей к муниципальному пляжу и скорой медицинской помощи. В администрации пообещали, что как только прекратятся дожди и установится сухая погода, ямочный ремонт будет продолжен. Отремонтируют участки дорог и в населенных пунктах. У нас еще сегодня не доделана улица Хасанская и плюс к садику в Краскино. Потом у нас в Барабаше 250 квадратных метров не доделано. Есть проблематика по Пасхету, есть по Зарубину. Где асфальтобетонное покрытие, мы будем ямочный ремонт везде делать. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.